С наступлением осени и резкого похолодания моментально увеличивается количество пациентов с простудными заболеваниями. По словам врача-инфекциониста Александра Поцелуева, осложнение предстоящего эпидемического периода вызвано рядом неблагоприятных факторов – новыми штаммами гриппа, распространением COVID-19 и сентябрьской вспышкой ОРВИ. Подъем температуры, кашель, насморк, общая слабость, недомогание и в зависимости от симптоматической картины ставим или ОРЗ, или ОРВИ. Среди всех разновидностей острой респираторной вирусной инфекции грипп считается наиболее опасной. Медики утверждают, что у многих это заболевание протекает тяжело и сопровождается развитием осложнений. В Ленинском городском округе 7 сентября началась массовая кампания по вакцинации населения. В этом году планируется привить от гриппа максимальное количество жителей. Есть такое утверждение, что любая вообще прививка стимулирует общий иммунитет на самом деле. То есть и другие антитела, которые циркулируют в организме, они тоже как бы на эту стресс-реакцию стимулируются там и усиливаются. Да? Если чем больше количество антител, тем выше у нас иммунитет. Врачи советуют пройти вакцинацию от гриппа как можно раньше, чтобы к началу подъема заболеваемости к вирусу успел сформироваться иммунитет. На выработку антител, как правило, требуется около месяца. Бывает часто ответная реакция на вакцину, но тут смысл в том, что это идет стресс-реакция самого организма, да, то есть ответная реакция идет на выработку антител. Сделать прививку можно не только в поликлиниках и амбулаториях, но и в мобильном передвижном комплексе, который расположен у кинотеатра «Искра». Также не стоит забывать и о самых простых мерах профилактики. Профилактика – маску носить, хотя это вообще минимальная профилактика. А так избегать скученности, проветривать помещение, полоскать зев нос, там оксалиновой мазью, пользоваться антисептиками. Гигиена, соблюдение, мытье рук. Защитные меры помогут избежать болезни в простудный сезон и остаться здоровыми. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.